Сьогодні у Сполучених Штатах відзначають День подяки. Кілька поколінь збираються під одним дахом і кожен промовляє слова вдячності. Серед українців немає такої традиції, але ми вирішили запитати дніпрян, за що вони вдячні цьому складному 2020 року. Я дуже благодарна, що зустріла. Я дуже благодарен, що зустріла її. Год дав зрозуміти людям, що таке безпечність, і дав людям зрозуміти, що нужно иметь несколько вариантов работы, потому что от первой ты можешь очень быстро лишиться. Поэтому он сделал как бы людей сильнее, но довольно сильно покромсал. Дуже гарний рік. Він подарив нам дистанційне навчання. Тому ми задоволені цим роком. У мене не буває плохих годів. У мене плохих не буває. У мене завжди хороші роки. Я вдячна 20-му року за те, що зустріла своє кохання. Всі віддохнули, мені кажеться. Хорошо, що всі віддохнули, може, екологія краще стала. Я вдячна своїй роботі, але я хочу, щоб наше підприємство розвивалося з кожним роком ще більше і більше. І не мало ніяких упадків. Розвиття в роботі сложилось хороше. Для мене він був хороший. 2020. Спасибо, вроде как бы живы, не болеем, ребенок здоров, папа здоров, родные при мне, это уже много. Так что я, мне не за что ругать. Спасибо за жизнь, Господу Богу. Это прежде всего. Сейчас идет борьба за жизнь. Дай Бог, чтобы все были живы и здоровы. Надо жить и извлекать уроки, что нам преподносит жизнь. Поэтому вдячность за то, что мы все равно остаемся людьми, человечность, и все это присутствует. У меня прекрасная семья. У меня двое сыновей. У них 5 внуков моих. Невестки прекрасные, дети тоже очень. И я счастлив, что у меня прекрасная семья. А завтра моей жене исполнится 60 лет. Занялась с собой именно спорт, танцы, когда закончился уже карантин. И, наверное, за это еще встретила достаточно открытых людей, и за это я благодарна 2020-му. Спасибо, год, что все так обошлось нормально. Мы переболели, нормально мы вышли. Переболели. Да, вот девушка общалась со мной, осталась здорова. Спасибо, хочется, чтобы следующий год был лучше, а этому вот спасибо году за это, все. Я думаю, это как урок для нас, да? Да. Окружающим людям меня, то есть мои... новой работе, естественно, близкие люди, которые всегда рядом, поддерживают, которые радуются со мной, моим успехом. Ну, вообще, я благодарна 2020-му, потому что он много чего научил, я так думаю, и укрепил нас, и всех нас, поэтому, ну, с каждого даже негативного опыта надо что-то приобретать хорошее. Я благодарен этому году за все потери, которые у меня были. Это научило меня не наступать на грабли. Я благодарна за то, что у меня в этом году ничего плохого не случилось.